Наши старые знакомые Равшан и Джумшот. Нарды играем, да. Сидим, играем в нарды. Нашанька, привет. Нарды, шушут играли. Жизнерадостной игре пошушут совсем. Мне, значит, из Олимпийского комитета звонили. Говорят, надо объект пораньше сдать. А мы тут играем в нарды сидим, да? Нашанники, давай вместе с нами на победителя играть будем, пожалуйста. На победителя? На победителя, бля. Давай будем играть, нашанники. Ну-ка, брось кубики! Вы охренели, что ли? Я вам сказал, сантехнику установить. Установили или не установили? Да. Что да? Да, установили или да, не установили? Кто? Издеваешься надо мной, что ли? Ну-ка, быстро пошли, показывай. Быстро пошли, унитазы показывай. Начальника, за что мы нас... Давай, показывай. Не надо бы ругалась. Это что такое? Что такое? Это она унитазы? Вы что, дебилы, что ли? Зачем в одной ванной три унитаза? У одного лепится что-то три жопы, что ли? Начальника, почему три жопы? Один жопы просто джамшут. Сказала она, как на Олимпиаде 2014 должно было быть на первое место, второе на место и третье на место. Угу. Фу! Вы что, еще нагадить туда успели? Начальника, ну так получилось, я джамшута выиграла нарды. Я первое место занял судак Акуламана. Джамшу второе место занял судак Акуламана. Ну да... что, дебилы, вы не понимаете, что он еще не подключен? Еще не смывается? Вы как только нагадить нас смогли, дебилы? Начальники, я три раза мана джамшута нарды выиграла. Доверха. Чтобы завтра все было к 8 утра разобрано здесь, понятно, нет, дебилы? Быстро разбирать начали.